Последние новости с юго-востока Украины. В результате ночной атаки на Донецк пострадали 5 мирных граждан. По данным администрации Петровского района города, снарядами, выпущенными киевскими силовиками, повреждено несколько жилых домов, в том числе многоэтажных, и детский сад. В свою очередь, Минобороны, провозглашенные ДНР, сообщает, что под обстрел попали 2 больницы и 3 учебных заведения. Сильно досталось поселкам Абакумово, Александровка, Старомихайловка. Активизация украинских военных под Донецком накануне помешала провести полноценный обмен пленными. Передать ранее задержанных успела только одна сторона. Вторая фаза операции проходила уже сегодня утром. Рассказывайте, ребят, ну каково оно? Ну что? Все, нормально. Главное дома. Да, все остальное это прибудет. Усталые лица, но глаза счастливые. Они вернулись в родной Донецк. Автобус везет их глубокой ночью. Теперь уже бывшие пленные жадно всматриваются в знакомые дома и улицы. Слишком долго они здесь не были. Кто-то год, а кто-то и больше. Что с ними происходило все это время в плену, рассказывают скупо. Сидели в Запорожье СИЗО, сидели в Мариуполе СИЗО, сидели в контрразведке, в ямах сидели, в батальоне сидели. По-разному, обращались по-разному. Везде люди разные. Кто-то пройдут, бьют, кто-то кормят, кто-то лечит. Били всех. Это выяснили медики уже после тщательного осмотра. Впрочем, следы пыток у многих заметны и невооруженным глазом. Как, например, наспех замазанные зеленкой язвы на запястьях этого ополченца. Чем это его так, он не говорит. Вспоминать не хочется. Сейчас в себя надо чуть-чуть прийти хотя бы. Если честно, сейчас не верится, что как бы так вырвались оттуда. Их поменяли накануне вечером. Переговоры с украинской стороной длились долго, и то и дело заходили в тупик. Наученные опытом предыдущих обменов, когда украинская сторона привозила вместо пленных ополченцев неизвестных гражданских, которые никогда даже не держали в руках оружие, на этот раз все проходило по новой схеме. Сначала украинская сторона возвращает пленных, и лишь после подтверждения того, что это действительно ополченцы, а не какие-то посторонние люди, представители самопровозглашенных республик передают уже украинских военнопленных. Для гарантии того, что мы получим тех, кого мы заявили, которых нам должны передать, вот такой формат был установлен. 12 человек с одной стороны, 12 с другой. Списки обмена согласовывали отдельно по каждому. Сейчас, по данным провозглашенных республик, не менее 450 ополченцев остаются в плену. Точное количество украинских военнопленных пока не разглашается. Но их количество тоже измеряется сотнями. В Донецкой и Луганской народных республиках заявляют, что готовы произвести обмен по принципу «всех на всех», как это и записано в Минских соглашениях. Однако представители Киева от такого формата, несмотря на подписанные договоренности, отказываются. Украинскую сторону все время не устраивал список обмена. Дайте нам другого, а вот этого нам не интересно. Ребята являются жителями Украины. Неужели есть какая-то градация и неуважение? Кого-то мы будем забирать, кого-то мы не будем. Своих ополченцы забрали ночью. Передача украинских военнопленных утром. Как и договаривались, 12 человек. Однако уже после проверки списков один из участников обмена отказался возвращаться на украинскую сторону. Я житель Донецкой области, города Горловка. Я хочу домой. Я хочу в горло. Ситуация неожиданная, но это заявление было сделано в присутствии представителя украинской стороны, который возражать не стал. Владимир Владимирович, по факту вы забираете 11 человек. 12 отказывается ехать. Вы знаете таковы правила. Мы ничего не нарушаем, ни вы, ни я. Мы против воли не перевозим людей, мы давно с вами это решили. Если у нас появляется... Как с моей стороны, так и с вашей, да. Вместо отказавшегося возвращаться, представители провозглашенной республики предложили передать другого пленного, офицера. Он стремился домой, однако представители украинской стороны принимать его отказались. В бумагах нет его имени. Более того, о том, что этот человек находится в плену в вооруженных силах Украины, как выяснилось до последнего момента, даже не знали. Хотя его личность удалось довольно быстро подтвердить и даже передать привет от родных. Но это все, что смогли сделать. Мы сделаем все, чтобы вытащить всех. И вас в том числе. Долго еще. Политика. Выборы ускоряют. Под выборы захотят сделать какой-то подвиг нашим политикам. Захотят. Один из таких подвигов для них будет это ваше освобождение. Без политики. Не получается в нашей стране, к сожалению. Последние формальности, и на украинскую сторону отправляются 11 человек. На блокпосту ополченцев напутствие уезжающим. Никогда не возвращаться обратно с оружием в руках. Где сделать? Нечего. Ребят, сидите. Господа. Михаил Акинченко, Рушан Умяров, Антон Степаненко, Христина Иванова. Первый канал.